Привет, друзья! На связи, как всегда, Шадимен. И, конечно, мой друг Нубик. Привет, друзья! Добро пожаловать в Ворону Башню в Майнкрафте. Ну что, Нубик, рассказывай, как у тебя дела вообще сегодня? Ты готов пройти погуляться, посмотреть, что происходит здесь в округе? Да, готов, конечно, посмотреть. Идем, заодно грибочки пособираем там. Вот именно, друзья. А также, пока что вы смотрите этот видеоролик, если вашей любимой игрой является Майнкрафт, то влепите лайкос под этим видеороликом. А те, кто из вас еще не подписан на канал, также не забудьте кликнуть на красную кнопку подписаться, чтобы не пропускать наши новые видеоролики с Нубасосом. Все, Нубик, погнали. Давай, показывай. Где тут самое такое грибное место, прям же, где много грибов, прям вот давай, показывай. Вот сюда вот идем. Сейчас будем суп, короче, варить, еще чего-нибудь, а потом куда-нибудь поедем в какое-нибудь интересное место. Мне кажется, будет вообще классно. Так, слушай, ты меня, по-моему, куда-то в дебри какие-то ведешь. Смотри, вот, грибочек. Где, где, где? Ой. Я не грибочек вижу, я там какого-то этого вижу. Там где? Башка большая. Шутишь? Какая-то, Нет, вон там, посмотри, башка прям какая-то... Гигантская, посмотри, это что, Стив что ли какой-то, либо кто это? Ух ты, он почему-то с белыми глазами, меня это... Погоди, так белые глаза, это же тревожит. Это что, Херобрин что ли получается, обалдеть можно. А вдруг он настоящий? А кто тут сумел построить такую фигню, то вообще здоровенную, слушай, пойдем поближе посмотрим. Это, наверное, статуя. Вот именно, это база чья-то, походу, представляешь, такая база? Блин, это вообще круто, по-моему. Да, когда у тебя там... Бы припасы лежат, еще что-нибудь классное. Слушай, как ему на голову подняться, интересно? Тут лестницы нигде нет. Я не вижу никакой лестницы. Дверь вижу. Так, давай попробуем через дверь войти, окей. Погнали. А тут что, открыто что ли было? Не знаю, кто-то, видимо, открыл. Значит, я понял. Значит, кто-то здесь правда живет и куда-то ненадолго пошел. Значит, нужно тут осмотреться сначала. Давай осмотрим, столько аккуратнее будь максимально, ладно, потому что такая база это такое себе, ну, очень подозрительно, я как бы реально испугался бы. Да не, вряд ли, ты чё, представляешь, у тебя лестница в голове будет, ты живой будешь, что ли? О, смотри, а тут это два комплекта брони, между прочим, лежат, мне кажется, как раз таки для нас, что ли? Вещи ещё? Так, вещи какие-то, слушай, дофига вещей, я тебе сказал. Слушай, давай все это возьмем с собой. Давай сейчас, короче, возьмем и это оружие. Все это видимо, дело обустроим. Если тут оружие, значит, пойдут зомбаки. Ну, зомбаки у нас всегда есть, так что давай подготовим этого Херобрина для того, чтобы кто-то, вернее, чья-то база сейчас не сломалась. Я, честно говоря, не хотел бы, потому что представляешь, сколько времени на это тратили, и зомби просто ее сломают. Мы с тобой не должны этого допустить. Сколько лет строили? Ну, это не знаю, это вот, не знаю, мы только предполагать можем. Я тебе даю все ковры, все столы, ты сделай, короче, какие-нибудь уютные комнаты внутри этого Херобрина. А я пока что пойду займусь колючими проволоками и продумаю какую-нибудь прикольную защиту. Чтобы зомби когда не проникли. Когда я доделаю интерьер, то я вернусь к тебе и начну делать защиту. Окей, давай. Я думаю, то, что сам защитой справлюсь. Так, все, я уже внизу на вас просто. Видал, как я быстро спустился вниз? У тебя получится так сделать, а? Получится, мне кажется, покажу. Не хочу. Сейчас разобьешься в лепешку, и все, мы с тобой как бы это. Я буду один, вернее, эту ночью обороняться. Нет, я давай не хочу. Разобьюсь. А? Ну давай попробуй. Окей, давай попробуй, я смотрю на тебя. Давай, я смотрю на тебя. Сейчас оденусь только. Давай быстрее. Так, а что нам тут надо? Короче, первый слой у меня пойдет шипы. Скажи, когда будешь готов, я сейчас подойду к тебе. Сейчас, погоди, стой, я тут шипы еще не поставил. Сейчас мы посмотрим, как Нубасос будет тут плавать. Так, давай, я смотрю на тебя. Ты где? Я, давай, ну где вода? Ты куда будешь прыгать-то? Ты как без воды-то? Там вода только с одной стороны вообще-то. Ну-ка. Пожалуйста, Нубик. Ну-ка, сейчас разобьется. О, не, попал. Если бы в эту попал, в кувшинку, то все, у тебя кувшинка бы вместо головы была тогда бы точно. Так, все, давай, иди, обустраивайся. Сейчас я тут уже потихоньку тоже занимаюсь всем этим строительством. Короче, сегодня нужно сделать такое, чего мы с тобой еще в плане базы не делали. У нас тут есть мешки с песками, всякие колючие проволоки. Тут такую линию обороны можно проставить. То, что, мам, не горюй на самом деле. Тут просто супер классную офигенную штуку защиту можно будет забацать прямо сейчас. Вы все такой прикольный у нас будет сегодня, да, Шеди?
Ну, не знаю, я надеюсь. Я на это очень нубасос надеюсь, так что ты давай там тоже не глупи, а то у тебя постоянно тормоза какие-то бывают, еще что-нибудь. Вот, надеюсь, ты сегодня поел, вот, а то когда нубасос холодный, вернее голодный, он очень агрессивным становится. Вот, так что надеюсь, сегодня ты себя нормально там чувствуешь, потому что я бы не хотел, чтобы с тобой что-то... Ну, я не знаю, не, нубасос, ты совсем не нормальный на самом деле, ты вообще странный какой-то постоянный, это я тебе 100% говорю. И все это замечают, кстати, ты это... того, что ли, нубасос? Да, конечно, ты чё? Ой. Чё такое? Ага, сам признал то, что ты странный, короче. Ну, всё понятно с тобой, Нубик. Ты, как всегда, с тобой что-то непонятное происходит. Так, ты лучше давай этот, короче, рассказывай, что у тебя тут в выживании происходит твоём, как у тебя там, не знаю, что нового происходит у тебя, не знаю, что там у тебя. В общем, я такой вот ночью сплю, вижу, а ко мне какая-то голова заглядывает, голова... Боже мой. Эндермена. Нифига себе, что, Эндермен стащил тебя? Нет, не стащил, он просто такой говорит мне, а нифига. Давай... А как ты его понял? Не знаю, знаешь, как у меня, кстати, это было давно, и знаешь, как у меня лошадь появилась? Ну, он как? Мне сказал, а давай ты мне свой старый дом, а я тебе новый дом и лошадь подарю. Новый дом, нифига себе. А к тебе что, какой-то гигант Эндермен приходил, который на своем боку нес не просто блок? Эндермен же они блоки постоянно похищают. Он просто похитил чей-то дом и принес тебе. Ты серьезно, Нубик? Да. Нифига себе, ты был удостоен чести, конечно, Эндерменом принести дом. Ну, ты даешь, конечно. Слушай, такого я что-то не слыхал, но что-то мне не особо в это верится, честно говоря. Что-то, по-моему, кто-то там кого-то обманывает прямо сейчас. И что-то это очень подозрительно, по-моему. А тебе не кажется? Да, ну ладно, если не обманывает, то не обманывает. Короче, друзья, если вы верите нубасос, то напишите в комментариях, потому что мне что-то не особо верится. Так, что у тебя там, на каком этапе сейчас защита? Я тут такие окопы накопал, так колючую проволоку намотал уже. А, вот, я тут как раз интерьер доделаю, тут сейчас компы тут поставлю. Так, слушай, у меня тут снизу, в принципе, достаточно неплохо уже. Все получается. Так, мне кажется, очень даже классно. Так, у меня даже унитаз есть. Я могу тут его куда-нибудь поставить. Не знаю, только куда. Так, я, наверное, поднимаюсь к тебе. Снизу я все закончил делать. Я думаю, то, что надо ему где-то так же на плечах еще сделать защиту. Не, слушай, не надо. Тут уже я все расставил. Тут можешь пойти посмотреть. У меня супер мощная защита здесь получается. Прям офигенно классная. Давай, смотри, я пока что поднимусь на плечи и сделаю там... А почему здесь ямки какие-то? Не знаю, для того, чтобы они потом падали, те падали на других, потом выбирались, чтобы их потом снова сдувало в ямы и так далее и тому подобное. Нет, чтобы это никогда не заканчивалось. Падали в яму, а мы так их расстреливаем. Да, тем более тогда, тем более. Так, смотри, сейчас я сделаю у него получается... Ай, не понял, это что тут ты... А что ты унитаз на плечах поставил у него, ну басос? Ну ты даешь, конечно. Я знаю, где поставить. Ты тут еще кровать, короче, поставил прям сюда на плечо, так... Погоди, отойди-ка в сторону. Так, давай, отходи сюда. Вот это вот сюда. Так, моя кровать тогда будет стоять вот здесь. А в принципе неплохо. Че, унитаз-то на плече. Вот, это вот сюда. Нет, я все. Знаю, куда унитаз, смотри. Так, сейчас, погоди, еще колючую. Ой, колючую проволоку. Мишки, ну ты даешь, нубасос. Ну, у тебя точно царское место, действительно. Так, все, давай, последний этап. И сейчас я вот этот забор, получается, из мешков поставлю с песком. И думаю, то, что наш. Херабрин на сегодня точно готов уже я будет отразить все атаки. Все. Так, здесь готово, здесь готово. Слушай, но я думаю, то, что мы с тобой готовы, короче, к этой ночи. Так что давай, спускайся, вернее, поднимайся назад. И будем смотреть, что у нас из этого получится. Я тоже на другое плечо сейчас встану, с другой стороны. Опа! Вот так вот, все. Погнали, ждем ночи. И посмотрим, кто к нам сегодня придет. Так, слушай, Нубик, ну что там у нас? Есть гости уже или нет? Есть, есть. Яблоко, я тут еще точно, он зажал алмазное яблоко есть. Так, ну-ка. О, здравствуйте, господа. Ну что, попробуйте сегодня через нашу защиту пройти. Ну, а те вам с ракетницы. С ракетницей их тоже пуляй. У нас с тобой артиллерия такая, что, мне кажется, не в каждой стране даже такие ракетные войска есть, как у нас сегодня с тобой собрались здесь. Так, все, мы на этого херабрина отстоим до самого конца. Давай, что сделаешь? Классная? Я не знаю, ничего не слышал. Ты пел, что ли? Да. Нет, что-то не слышно было, не знаю, ничего не слышал. Что-то тебе показалось, походу, Нубик, у тебя что-то в голове, по-моему, песня заела, либо еще что-то. Так, смотри, что они там толпятся так сильно? Ой-ой-ой, сколько их там, слушай.
Там прям какое-то адовое месиво происходит в самом эпицентре. Так, у нас ракеты потихоньку, по-моему, сейчас уже будут заканчиваться, потому что мы настолько гранат много ракет нету. Полетели. По-моему, нет. Гранат, к сожалению. Так, но мы бы тогда их вообще слишком легко победили, если бы еще и гранаты были. Вот так вот. У тебя что, ракеты кончились? Нет, не кончились, я просто миниганом хочу стрелять. Понял, а я пока что буду тяжелую артиллерию продолжать с помощью этих ракетниц. Да, так, сколько у меня? У меня еще немного, кстати, осталось совсем ракет. Здравствуй, свобода, Нубасос. Это у тебя что, такой гимн какой-то, что ли? Твоей страны Нубасосия? Да. Я просто даже не знаю. Свобода, Шадима. Да я вроде и так свободен, Нубасос. Спасибо, мне как бы это не надо. Ты там что-то про свободу поешь. Ну ты даешь, конечно, Нубик. Ты, походу, что-то принимаешь, да, перед этими? Постоянно перед тем, как оборону держать, еще что-то. Что ты там ешь? Отравленные тухлые яблоки какие-то, либо что? Нубасос, ты какой-то странноватый, честно говоря, а? А? Алло, слышишь меня или нет, Нубасос? Ты себя нормально чувствуешь? Вы видали, с ним вообще все плохо, по-моему. Он меня даже не слышит. Повтори вопрос, который я тебе задал. Все нормально, Нубасос, ты тухлый... тухлые яблоки ел? Ну, да. Вот. Ну, отвечай. А, нет, ничего я не ел. Угу. Я вообще ничего. Утром только лапшу ел. Нифига себе лапшу. Я думаю, то, что ты точно не лапшу ешь, раз у тебя такие песни в голове начинают назревать. Слушай, там да зомби у нас столпились, кстати, в канаве, про который ты меня спрашивал, почему я эту канаву строю. Вот тебе как бы и ответ, почему я ее там построил. Потому что зомби там просто миллиард скопилось, реально. И вот они не могут оттуда выйти, потому что там еще вентилятор дует. Так что это верная дорога в один конец, так скажем, для этих зомбаков. Так. Да здравствуй, Шадимен. Так, так, так. Распелся я. Вообще распелся по полной, короче, реально. Фигню какую-то поешь. Так, ну-ка, сработает или нет? О-о-о, полетел, пока, Нубик, давай, отвлекай их на себя. А то они там столпились что-то все в одной точке. Так, во-во-во, я тебя... Поддерживаю тебя огнем. Сейчас мы всех зомбаков с тобой размотаем. Во, толпенька целая пошла. Артиллерия в атаку, давайте, бомбите всех. Так, все, Нубик. Я нормально, все, я тебя держу, не бойся. Так, я в другую сторону пока... А, хотя нет. Ладно, сейчас я тебе с миниганом помогу. Ух ты ж, как эта толпень только разлетается. Давай поднажми, чтобы их там просто на куски сейчас их разодрало. О, с другой стороны зомби подтягиваются. Нубик, я смотрю на это зрелище в крупном плане. Помахай руками, помаши, тебя снимает скрытая камера, так скажем. Вот там, сверху, вот именно. Все, аккуратнее, будь только... Так, все, сейчас я тоже этим электрическим током помогу тебе. Чё-то я даже этой пушки особо и не стрелял, а на самом деле надо бы. Все, ладно, я к тебе спускаюсь вот таким вот образом. И здравствуйте. Всем привет, зомби. Здравствуйте. Так, давайте сюда. Медвежьи капканы, конечно же, все сработали. Еще смотри, бы они не сработали. Смотри, я их крушу. Я не вижу ничего. Ты где? Смотри, я сейчас выйду, видишь меня? Нет, не вижу, вижу тебя, да, вижу, давай, что смотри. Делаешь? Ну? Нифига ты монстр, конечно, давайте помогу сейчас. Нате вам с ракетницы, разлетайтесь. Вы еще, толпень. О, нифига мы размотали. Просто размотали целую смотри, толпу зомби. Два зомби. На тебе. Осталось. Слушай, сегодня у нас получилась просто идеальнейшая защита. Мне кажется, одна из лучших за все времена. И тем более аккуратная, равномерная. Да, надо всегда так строить и всегда такие вот офигенские так, базы делать. Какого, боже. А, я больше. Пока что больше не вижу. Нет, слышу, я их слышу, но не вижу. Где-то здесь под деревом, по-моему, кто-то ходит. А точно, вот он. Один зомби. Есть. Так, где? Я вижу, кто-то горит, по-моему, где-то. Или мне вот показалось. Зомби. Так, давай, помогаю. Опа, все, готов. Его мы тоже завалили. Все, дело сделано, походу. Слушай, ну чё, пойдем назад на нашу базу Херабрина завязать. Кстати, сейчас я попробую вот таким вот образом хитрым залезть. Смотри, у тебя получится так сделать. Короче, вот так разбегаешься. Так, бац, блок ставишь, потом еще выше. Ай, не успел. Так, и еще блок. И ты практически на него залез, короче. Смогешь так сделать? Сейчас, подожди. Вот. А, в принципе, я блоки поставил, ты опа, можешь просто смотри. По моим блокам прыгать. Давай, я тебя смотрю. Я по своим. Давай, прыгай, подожди. Прыгай. Ну-ка, сейчас посмотрим, ну, басос получится сделать или нет. Так, вот он там снизу у нас находится. Так, Нубик, чё ты там застрял, по-моему? Чё-то у тебя не получается немного сделать. Так, он блоками земли, конечно же, строится, но, конечно, это же любимый блок Нубасос. Ладно, Нубасос, давай быстрее залезай уже, сколько можно? Тебя тут все ждут, короче, пока что ты залезешь. В общем, друзья, вот такая вот серия сегодня у нас получилась. Думаю, то, что мы отстояли базу Херабрина.
Мне кажется, получилось супер классно. Так, я хера, блин, на самого не вижу. Нет, я упал в самый низ. Ну ладно, зато, кстати, вот отсюда на деревьях точно будет видно. В общем, на связи, как всегда, были Шедимен, мой друг Нубик и, конечно же, Херобрин. Всем удачи, хорошего настроения и всем пока. Пока-пока, друзья.